Компания Moto Guzzi после слияния с группой Detta Massa в 1977 году произвела один из самых мощных и интересных малокубатурных мотоциклов, когда-либо построенных для потребительского рынка, носившим простое название 254. Мотоцикл, также продаваемый как Benelli 250 Quattro, отличался инновационным ультрагладким стилем Евро и отличным двигателем с воздушным охлаждением, который весил всего 35 кг. Рабочий объем четырехцилиндрового силового агрегата составлял 231 кубический сантиметр, диаметр цилиндра 44 мм, ход поршня был равен 38 мм. Двигатель работал со степенью сжатия 11,5 к 1 и имел по два клапана на цилиндр. Максимальная мощность двигателя составляла 28 лошадиных сил на 10500 оборотов в минуту. За подачу топлива отвечали 4 карбюратора Delorto с 18-мм диффузором. Короткоходный двигатель мог легко раскручиваться до своей красной зоны в 11800 оборотов в минуту, развивая максимальную скорость в 150 км в час. Мотоцикл имел пятиступенчатую коробку передач и цепной привод. Модель была оборудована батарейным зажиганием. Шасси мотоцикла представлено телескопической гидравлической вилкой и маятниковой подвеской с амортизатором. Мотоцикл имел 18-дюймовые колеса. Тормозная система состояла из одного 260-мм диска на переднем колесе и 156-мм барабанного тормоза на заднем. Байк был оборудован выхлопной системой 4:2 и имел сухую массу в 126,5 кг. Бак, установленный на Moto Guzzi 254, вмещал всего 8,5 литров. Предполагалось, что при заявленном среднем расходе до 5 литров мотоцикл может проехать порядка 150 км. Однако в реальности оборотистый движок при должном использовании легко съедал больше 6 литров на сотню. Естественно, 8,5 литров запаса топлива было недостаточно для повседневной езды. Именно по этой причине в свое время, например, британские импортеры решили не ввозить этот мотоцикл в свою страну. Несмотря на свои ограничения по дальности поездок, 254 имел много инновационных решений, опередивших свое время. Байк широко использовал пластик и алюминий, чтобы удержать свой небольшой вес. Резервуар с тормозной жидкостью для переднего гидравлического тормоза был скрыт на раме вместе с топливным баком под пластиковым кожухом, который покрывал бак полностью. Даже приборы располагались не привычным образом на руле, а в верхней части бака, что также не лучшим образом повлияло на его объем. Moto Guzzi 254, как и его брат-близнец Benelli 250 Quattro, производился до 1981 года включительно, после чего был снят с производства.